субботу синоптики прогнозируют в столице облачную погоду. Дождь. Днем температура воздуха составит 6 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 3. Доброе утро. Далина, как дела? Ужасно. Чего? Лох? Лузер. Кто лузер? Лузер, ну, как бы, да, я. Потому что, ну, утро я решила сделать приключение. Развернись, покажи людишкам, демон. Мы на отбойнике. Сейчас будем искать поезд 79 Днепр-Киев, в котором я в 17-м вагоне забыла пакет с формой. Сейчас нам нужно найти стрелочницу. Это, которая стреляет глазами. Мне кажется, что вот это вот наш поезд стоит вон там вот синий. Ну да, только... Кажется, мы идем уже в вечность. Знаете, что меня больше всего смущает? Что дверцы везде закрыты. И если там сейчас не будет этого проводника, то я ее точно убью. О, вот кто-то есть. Самое смешное. Здравствуйте. Да. Да? Хорошо, что ты сама знаешь. Да мы... Очки пишут. Спасибо. Привет. Всем привет. В Киеве дождь. Ужасный дождь вообще. Но мы едем на проект. Так, давайте радость. Привет! Ты не кричи так. Как ваши делишки наши? Отлично, мы едем на краину. Зачем, Алина, мы едем на краину? Ой, ну будем сниматься. Ой, у нас так много слов. Мы будем сниматься в вечернем марке. Такое шоу вообще. Вот, Настя, эмоции. Да, Настя, а что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что мы станем звездами после этого шоу. А ты выучила свои слова? Я учила их 2 дня. Вот не поверите. Очень долго учила. Блин, а я все забыла уже. Все, короче, нечего говорить. Я потом поснимаю, красивый дождик идет. Всем пока. Здравствуйте. Вот она известная. Здравствуйте. Я жаль, уже готовы. Прям куда деваться. А там есть стол, есть диван. Вот мы. Здравствуйте. О, боже. Что ты не постригся? Вот это будет единственный день, когда ты сможешь нас не жать. А потом мы сделаем свою программу. Don't come into my home, baby. Погода депрессия. Короче, выдали нам текст. Но это не текст, это подпись. Вот видите, здесь написано. Сценарий наш. Что сценарий? Алина вот здесь написано. А вот тут вот, должно быть написано Настя, наверное. И тут вот наш... Да, это Настя. А это Катя. Вот наш сценарий, вот видите. Вот это очень съемочки. Много слов. Съемочки, очень... да, очень много слов. Очень еле сложно, вон там Катю красят. В общем, да. Подготовка. Вы видите, сколько у меня текста? Да. Она так, она, знаешь, как звезда, которая вот эта всю жизнь. Сколько текста вы меня видели вообще? Вы видели, сколько у меня текста? Ужас. Еле выучила. Провода на меня просто, видели вообще? Это микрофон, запись, смотри. Кстати, в Лиге Смеха Чингис стоит и отрежал нас называть на «ты». А вот в крайне «у» можно вырасти. Можно вопрос?
Как пишется чингиз? Буквой З или С? С. С. Только что отснялись в вечернем Марке. Марк, расскажи, как тебе нам с нами было сниматься? Ну, у меня руки жирненькие. У нас тоже не, но они вспотели у нас. Мы так волновались просто. Да, да. Сейчас с тобой в одном кадре ты ж. Да. Вся ну, твоя очередь говорить. Да. Лезть вы еще не научились скрывать. Блин. Расскажи о своем шоу. Вот классное оно у тебя. Классное шоу. А ничего не получится, потому что его закроют еще. До открытия. Да, после первого пилота. Слава Богу. Наш выпуск выйдет. И знаешь, говорили, кстати, что вот вечерний Марк поменяют на шоу модели. Ты слышал об этом? Ну, слышал. Менялись шоу. Самое главное. Наконец! Проект «Построй свою любовь». Ой, Катя манипулирует мужчинами. Вова манипулирует женщинами, а ты мужчинами. Ой, засмущалась, знаешь, как бы.